Вот и грядет 11 ноября. Мы... Черная пятница, да. Голос из подвала. Черная пятница. Муж пришел, принес денежки. Я готова. Корзина моя забита. Мои желания забиты более чем. Вот сколько люстры, Ева весна, сумки, бижутерия, брошки. Мое. Мое, причем это папка мужа. Персей не хрюкай. Игрушки, косметика, игрушки для Евы, что я хотела заказать, и цены снижены. Это не мое. Вот. А в корзине уже круглая сумма. 100 покупок. Сейчас здесь у нас добавлено на... Я боюсь смотреть, на сколько. Где тут? На 64 856 рублей. Персей, хватит хрюкать. Я, конечно, всю эту сумму тратить не хочу. Но Алиэкспресс просто затягивает. Ты садишься, и понеслось. И становиться нереально. Персей, ну хватит хрюкать там. Не куплю тебе ничего. Да, я его все игрушки уже спрятала. Опять Ева сегодня все разбросала. Я решила их убрать подальше. Итак, что у нас здесь лежит? Муж все пытается реанимировать свои старые телефоны. Не понимаю, зачем. Уже давно выкинул и забыл. Но нет. Тут для него куртка какая-то флисовая с мехом. Персей. Во, кстати, она прикольная. Я ее помню, она мне нравится. Сверху флис, внутри мех. И размеров. Много. Персей, ну хватит там тебе. Вот так. Не буду, наверное, на всем останавливаться. Я так сейчас бегло покажу. Это муж мне сумку нашел. Сейчас загрузится наш подтормаживающий интернет. Не знаю, не уверена. Она, конечно, летняя. Но она с вышивкой, но то, что сейчас как раз в моде. Не знаю, оставим ее, не оставим. Со скидкой будет стоить 513 рублей. Он себе. Я ради 300 рублей даже думать не буду. Ну, и я-то ведь, может, себе хочу что-то другое. Вот ребенку заказала еще. Нашла кошелечек прикольный. Он с кисенем. Я думаю, она будет безумно счастлива. У нее сейчас как раз проснулся момент, когда она хочет все свои... прилипала куда-нибудь спрятать какую-нибудь сумочку. Вся в маму. Сумочки, шкатулочки, ой, полочки, а с коробкой, коробочки. Коробками, как она бегает, это вообще нечто. Ну, маму, папы знают, что происходит с детьми. Вот, это я себе. Значит, у меня обычный Мерси, ну хватит нам поскрякивать, забери у него. Мои вязаные рукавички всегда на ногтях рвутся. Вот решила такие попробовать. Они хоть и пацанячие, но пальцы тыкаются, и они термо. Хочу попробовать. И размер КС-ка есть. Я думаю, мне подойдет. Что у нас здесь еще? Вот батарейка для нашей мышки. У нас мышка на грани. И муж нашел батарейку, будет чинить. Так, это я еще не знаю, сколько будет стоить. Нам такая вот песочница нужна для... Так это не факт, что это она будет стоить. Тут у него много всего добавлено. Вот. Замануха? Да, а надувная вот песочница для кинетического песка. Я не знаю, сколько будет стоить. Она же не будет 65 рублей стоить. Будет все. Конечно. Вот тут, я думаю, вот эти вот формочки, глазки, ножки, рожки, как раз и будут стоить 65 рублей. А она не будет, потому что это заманиловка. Так, дальше. Лифчик, кстати, я бы хотела удалить. А что с ним? Опять этот? Чего? Нет, я просто там другой нашла. Надо его опять этот вспомнить. Да, я свои вишни задавала. Бритвы закончились. Бритву надо искать. Кр-
Короче, здесь у нас в этой корзине нереальная помойка. Надо, тут надо половину всего этого удалить. В корзине? Потому что я вот подобавляла, и я думаю, нахрена нам это все? Это просто пипец какой-то. Ладно, хватит деньги тратить. Идем да. Ну, так, вот. Вот где мы закончили. Хотим попробовать лезвие. Я читала отзывы, многие пишут... Не откроется. Почему? Нет товара. А. Короче, пишут, что лезвие хорошее. Ничем не отличается от... по качеству тех, которые в магазине. Моя курточка. Твоя курточка. Хватит жевать. Курточку хочу. Хватит жевать. Вот. Муж крутяцкую куртку нашел. Наверное, прикольная будет. Надеюсь. Она хотя бы оригинальная. Да. Размер вот есть 3XL. Ну, я думаю, она лезет на наших мужчин. На наших мужчин? Ну, на России, на российских мужчин. Кому еще хочется ходить? Ну, я же это не тебе говорю. Мужчины у нас все какие. С плечами, с бюстом. И вот, короче, 128 плечи. Я думаю, почти на любого мужчину среднестатистического налезет. Это бюст 128. Плечи или бюст? Ну ладно, неважно, кому надо, пусть найдет. А это зарядка. Тебе муж... в машину. Мне. Муж проверил, хорошая зарядка. Заряжает вообще пули. Это мигалочка нашей девочки, чтобы она ехала. Спортсменки. И всем устраивала. На снегокате. Да, на снегокате. Пусть едет и... Ква-ква-ква-ква. Уи-уи-уи-уи-уи-у. Чтобы сразу все разбегались, расступались. Вот такая вот светящаяся для ванной. Я думаю, может побольше заказать, так прикольно будет. Да, если бы у нас не было персика, и мы могли ванну заполнить целиком. Крем для рук, под глаза. Ну, это можно удалить, мне кажется. Крем для рук? Под глаза. Ты чё? Зачем? Тебе жалко на меня? Да. 269 рублей? Еще доставка 108. Мне за доставку жалко платить. Ну, найди без доставки. Читала отзывы, вроде хорошо увлажняет. Попробую. Что советуют. Так, чехольчик новый силиконовый. А то у меня телефон вечно разбитый. И это уже, мне кажется, какая-то тенденция. Мне нужно десяток объективов заказывать. Объективов? Ой, объективов. Экранов. Каждые 3-4 месяца. Да, вот такие вот они есть. Разные. Таксы, тигры, чеширы. Я вот этот выбрала. Корпорация монстров. Ну, мне цвет понравился. Это спорный вопрос, но 100 рублей не жалко. Штатив. Обними меня называется. Угу. Мне кажется, пригодится. Да, у нас уже 2 лежат. Шарики для стирки пуховиков. Кстати, можно не только пуховики стирать, но еще и подушки. Игрушки, отзывов много, все говорят, что хорошая вещь. Ну, с запахом. Наши вещи провоняют Китаем? Мой пуховик провоняет Китаем? Да. Утепленные леггинсы. Вот такие, меховые. Туника. Детская. Там несколько цветов. Угу. Ну что такое, прикиньте. Моя пенсионечка. Ой, так, дальше еще туника. Вот такую красненькую мы с ребенком выбрали. Лисичку. Вот новогоднее платьице. Я, кстати, заметила, что ты не добавил. Чего я не добавил? Под низ надо кофточку одевать, вот здесь. Мне кажется, она какая-то фиговая. Нет, она хорошая, видишь, вельвет какой. А мне кажется, это синтетика. Нет, это вельвет. Вот покажи спину. Какую спину? Вот эту, ниже. Ну, это вельвет. Да, хорошо. Чё ты? Я ничего. Брошка. Еве. Сначала подумал, что это какой-то колокольчик большой на ёлку. Нет, на шапку. Да, я увидел 2,9 сантиметра. Кардиган. Персии, ну хватит.
У нас, мне кажется, интернет опять отрубился. Естественно, уже 11 число. Народ рванул за покупочками. Посмотри пока дальше. Вкладки. Какие? Ну тормози ты все. Все остановилось, я остановилась. Вадик, хватит чавкать. Вот отзывы хорошие на свитер этот. Ну, не знаю, как он сядет на меня. Ну, по отзывам хорошие. Я отзывы не здесь читала, а на Айтау, по-моему, называется. Все писают от него кипятком. Куда писал? Это колготки с оленем новогодним. Это толстовка. Не знаю. Надеюсь, китайских девочек нам не отправят. Не знаю, не знаю. Еве нравилось. Говорила, чтобы я ей купила. Вот, свитер с вышивкой. Где он? Смотрится очень красиво. Фотографию видела. Реально. На живых женщинах? На живых женщинах. Очень красивый. Вот этот беленький я хочу. Вот этот хочу рискнуть купить. Не, фу. Не фу, конечно. Целых 500 рублей. Целых 500 рублей я хочу. Вот, лифчик в стиле... Ню. В стиле какой-то у нас магазин есть. Где их такое белье любят. Короче, хочу. Неважно. Не будем долго рассматривать. Вот это тоже хочу. Вафельницу. Попробую. Решай. А то у нас все любят эти вафли. Покупаем готовые, а делать их несложно, можно и самим попробовать. Ты сможешь закроешь? Ну, что-то там ничего не открывается. Чё? А, вот, кардиган еще. Муж нашел. Ну что, прикольно. Прикольные звездочки. Главное, чтобы качество еще было нормально. Наклейки. Уже на Новый год это вообще. О, и юбка под сумку. Угу. Супер шапка. Вот наклейки на окна. Мне кажется, когда это все придет, Новый год уже закончится. Еще наклейки. Юбка. Что? Начало через 10 минут? Часов. Часов. Это только вечером, что ли, начнется распродажа? В 11. Надо успеть в 11 это купить, проснуться и купить, пока курс будешь ставить. Вот, короче, такая юбка вышитая. Это я не хотела. А я хочу. Да, Еве, не себе. Ну покажи там у ребенка фотографию, это что, жалко. Где? Что? В отзывах. В отзывах. Отметь фотографию. Девочка есть? Нет, у ребенка. У ребенка? Там выше, по-моему. А где эта галочка? Не вижу я галочку. Он говорит, что это ребенок. Ну, не важно. Вот у кого-то на голове. Нет, это тоже женщина, видишь, за рулем сидит. Вот еще одна женщина. Вот еще ребенок. Вот, ну какая смешная. Не очень. Не знаю. Ну, не понравится, не отдерешь глаза, будет его просто так носить. Ты что-то не закроешь. Ну. Это мне. Не буду показывать. Да, не надо показывать. Пуховик. Пуховик это мне. Я хочу вот в таком цвете. Юбка. Шарф. Юбка вот такая. Под тот белый свитер с вышивкой. Будет очень красиво. Вот утепленные шарфики. Вот, фотографии есть. Надеюсь, будет одевать.
Вот еще шарфики. Ну, я думаю, половина здесь у нас шарфиков не останется. Еще. Не нужно. Да, а что я выносить? Правильно. Вот такие вот хлопковые шарфики. Мне очень понравились по качеству. Пальтишко красивое. Ты что-то не то закрыла, ну? Да, что-то не то. Лифчик. А-ля Виктория Секрет? Не знаю. Еще лифчик. Ты прям тут это, по лифчикам. Да. Еще водолазка, еще лифтик. Что-то лифтиков много надо. Тебе не кажется, что это? А что тут почти все шмачу, это тебя. Надо мне тоже еще покопаться. Так, вот, водолазка. А скоро еще Ева будет сидеть и тыкать. Ага. Вот. Вот такой зелененький хочу. А зачем тебе зеленый лист? У тебя даже цвет нет, красивый. Да, так ты ничего не понимаешь. Цвет красивый. Главное, чтобы я его видела. Mm-hmm. Кому я его еще показываю? А мне? Вот штанишки хлопковые, не знаю, наверное, надо удалить их. С собачками. Вот колечко. А точно удалить. Почему? 53 рубля жалко. На фигню какую-то. Вот браслет офигенский. На ручке видела. Удалить. Сейчас я тебя удалю. Скидки почти чтоб нет. Попробую удалить. Вот. Браслет по цене сумки. Вот. Ну, на тонкую руку. Все пишут, если запястье... Если то много кушаете, то не влезете. На тонкую волосатую руку? Ну, красиво смотрится. Хорошо. Все закрываю. Удалить. Еще. А свитер. Ты этот не показала. Кисточки. У меня здесь сейчас прям пойдет все мое. Ну тут так все идет твое. Ну я сказала, тут все пойдет мое. А ты это еще будешь фильтровать? Это? То есть у меня еще есть 10 часов на сон? Нет, не буду. Вот такой свитер тоже пишут, что очень хорошего качества. Отзывов 14, но много на Айтау. Он короткий, но его лучше, конечно, носить. Что, сережки в подарок? Ну офигеть. Точно надо было. Сережки за 5 рублей. Точно надо сказать. Подожди. А, спасибо за чудесные сережки в подарок. Закажу еще раз. Еще одни сережки пришлет. А этой тоже сережки. Вот, мне просто свитер нравится. Я даже не видела сережки. Да я знаю. Вот кисточка. Я знаю, что ты ради сережек этот свитер хочешь купить. Кисточка. Давно хотела такое. Еще весной, но не заказала. Джинсы. Надеюсь, я в них влезу. Спорно. Они хреново пошиты. Они очень хорошо пошиты. На. И они не тянутся. Ты посмотри наперед. Что? Хреново пошиты. Это прямо. Надето. Вон, видишь, сколько лишнего. Потому что они на нее большие. Вот это тоже большие. Если представляешь, вон, смотри, это за мужское, что это за мужская мода? Туда что-то спрятать надо спереди? Вон, смотри, ужас какой. Вон, ну кому это мужская модель. Это еле влезло в них. Так они прямые, без талии. Смотри, ну что это? Что это? Что это? Вышитая... Нет, я тебе это удаляю сразу. Ничего. Я первый раз сказал, начинается. Ева сказала, что это ей понравилось. Хорошо, я про это ничего не говорю, а джинсы удаляй нафиг. Кисточки, думаю, без косметички вот этот наборчик взять. А здесь я... Что это? Это бокс для кисточек. А без него нельзя? Вот этот вот, по-моему. Мы без бокса для кисточек не проживем? Хочу попробовать китайские тени. Ни разу не пробовала, отзывы читала, ну, вроде ничего, хорошо, ложатся, тушуются. Тушуются? Тушуются. Много отзывов, причем Мексика, Чехия, Чили. Я думала, Чехия, Индия, индусы. О, раздолбались как. Россия, в Россию хорошо запаковывают. У нас Russian почта всегда отмачивает. Он уже посылка почти 2 месяца идет.
Хватит тут тарахтеть своими ложками. Ну, закрывай, попробуй. Джинсы удаляй. Отзывы напиши. Джинсы удаляй. Подумай, подожди. По джинсам я не думаю. Ну, мы долго будем с тобой об этом говорить. Пока ты их не удалишь. Джинсы убогие. Так, шапки дальше еще покажу. Я еще пока не выбрала. Вот это хочу попробовать вместе с помадой здесь, по-моему. Маковская типа. Ну, да. Отзывы 1325. Ну, чтоб здесь мак написано. Тоже покупают не только русские. Я заметила, америкосы очень много покупают. Фили. На... Им-то зачем румянец? И так свежий румянец круглый год. В таком дубаке. Что америкосы покупают? Индусы. Молодцы. Покупают много этих всяких. И косметику, и одежду на Алиэкспрессе. Я думала, у них там все так круто, все так дешево. Ну, здесь, если в 3 раза дешевле, зачем? Еще одни минеральные тени. Или запеченные, или минеральные, не помню, короче. Сережки. Не знаю, может, удалю. Еще сережки. Может, удалю. Все надо сережки удалять. Ну, зачем уж мучить? Бижутерии. Вот эти, я думаю, хочу попробовать. Биби-крем. Биби-крем? Угу. Тоже отзывов очень много хороших. Попробуем. Тем более за 142 рубля. Даже без скидки 170 рублей. Не такая большая сумма. Чтобы ну все шапки берем. Шапки? Нет, не все. Я вот хочу... это ужасная оранжевая, зеленая. Ты че ужасная? Мне только понравилась. Она мне как раз под этот подойдет. А здесь мне вот этот цвет понравился. Смотри, какой офигенский. Он сине-зеленый. Ну, помпончик, конечно, странный, как у лошадки хвостик. Как будто какать собралась. Не, ну цвет офигенский. Ужас. Какой ужас. Да я фотографию этих несчастных увидел. Вот такой ничего. Мась, ну что там у тебя случилось? Мась, что такое? Ой. Я не вовремя отвернулся. Не обсуждаем. Не обсуждаем, да. Вот, смотри, хороший. Только шапка и влезла в экран. Тоже у всех шапки-то в экран влазят. Мне кажется, прикольная шапка. Да, ты специально задержалась на том. И цвет мне вот этот понравился. Покажи еще раз этих несчастных. Кого? Ну, вон там, несчастные тетки. Вот есть вот такие помпоны стоячие. Ой. Буду на пенсии, буду носить стоячие помпоны. Есть висячие помпоны. Ты какой хочешь, висячий или стоячий? Я никакой не хочу. Так, вот это. Это я точно беру серенькую. Она утепленная, вон у нее флис внутри. Вот это мне очень понравилось. Прям безумно-безумно понравилось. Вот это фу. Значит, надо брать. Смотри, какая она яркая, классная. Сама по себе фу. Ты в моде ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Мне вот такая нравится. Ну, я знаю, тебе эти нравятся. Обтягивающие. Вот это нравится, но она вроде не зимняя. Не знаю, буду сейчас ее покупать или не буду. О, колготки. Ну, хоть половину-то посмотрели. Колготки, еще колготки. Это я еще избранное не показала. Я избранное все не покажу. Ай, Вадик, не дергай меня, я вижу там сколько времени. Все? Надо брать. Все надо брать. Ну, тут где-то уже конец должен быть. Да-да-да. Угу, у нас сейчас мазила какая-то. Мазила. Так, колготки. У нас есть такие же, как они, гольфы. Такие серенькие гольфы, очень классные. И девочка сейчас захотела еще рыжие. Я решила брать не... Ой, господи, как они... Короче, я решила колготки взять. Вот такие колготки. Хлопок написано. Вот 100% хлопок. Цветов очень много. Еще вот такие колготки. Браслетик. Тоже много хороших отзывов. Вот такой еще браслетик.
чем? Вот эта офигенская жилетка. Розовенькую хочу ею. Тоже много отзывов, и все в восторге. Знаешь, а где она будет его носить, ее? Ты ее так весной легко не одеваешь. В торговом центре. Смотри, какая няшечка. Вот платок типа Зары. В таком цвете хочу. Этот цвет мне понравился вообще изначально, но я его не знала, с чем одеть. Когда я выбрала пуховик, я поняла, что я этот цвет куплю. Он как раз идеально подойдет. Часы. Вот. Ужас. Ну, Вадик, ты лучше эти электронные носи. Не хочу я твои электронные. Вот сам их и носи. Купил и заряжай каждый день. И еще будут вибрировать постоянно. Задолбали эти часы. Сейчас можно найти сразу. Ага. Эти часы просто нервы убивают. Ну ничего. Да то я знаю, где ты. Угу. И ты даже отвечаешь. Вот такие вот игрушечки я планирую вкладывать в киндер-сюрпризы. Потому что в киндер-сюрпризах вообще такое говно кладут. Задолбали эти разборные игрушки. Лучше закажу такое, буду класть в яичко, чтобы радовать ребенка. Такие принцесски. Принцесски-русалки. Так, еще карандаши для... Ой. Что я сделала? Что-то у меня много всего открылось. Короче, это я все открывать не буду. Давай дальше. Тут опять эти маска для ног. Кисточка. Каким набором? Который тебе пришел летом. Какой? Который ты не использовала для рук. Для каких? Для пилинга, стайлинга. Да, это я пользуюсь. Вот корректоры. Вот такие тенюшки. Вот они в баночке. Сколько всего не нужно. Мне кажется, это на одну косметику уже 10 000. Ага. Да, 10 000 было бы, если бы я в Москве покупала. Если в Москве покупала, это бы стоило 20 000. Карандашики. Тоже хорошие отзывы на них. Сколько их? 12 штук и стоит 170 рублей. 177 рублей. Два раза открыла зачем-то. Ну, популярные носочки для... Хватит ржать, вообще-то это тебе. Я за своими ножками по-другому ухожу. Так. Чтоб не воняло, закрылось. Вот это не знаю. Вот карандашики еще вот такие. Это что за док? Что за собачьи карандашики? Вот цвета хорошие. Я зеленый выбрала. У меня такого еще ничего. Под шапку? Под шапку. И под лифчик. База. База? Под макияж. Пишут, что хорошо. И потом в носки. Хорошо выравнивает. Ну, короче, я... У тебя очень много косметики. Я тебе говорю уже, 10 000 точно. Я это все показывать сейчас не буду. Вот еще два колечка. Я покажу, когда все получу. Шарфики. Шарфики удобные. Вот еще. Я мечтала об этом с весны. Но смысл покупать весной? Вот такой хочу. Этот кошелек. Это на телефон. Тебе немного чехлов? Два. А где мой чехол, кстати? Какое? Я же себе добавил чехол. Вот, все. Мы уже дошли до конца. И теплые леггинсы еще добавила. Нашла еще более теплые, но я их планирую одевать в торговые центры. А мое покажи. Ребенку. Поэтому толще этих не надо. Сейчас деду начес покажу. Вот. Утеплитель, ну, такой средненький, как раз для торговых центров. Что это твое показать, да? Ой. Да, я забыл, что твоё. В моём. В моём. А, вертолетик есть? Да, вертолетики. А ты подарок, пуховик нашла? Нет. А вот смотри, кроликом покажи, какой классный. Да, классный. Если бы качество было лучше, я бы себе такой тоже взяла, потому что он офигенский. Но, как понимаю, подумаю, что вот это вот будет из жопы енота. Ну, это и будет из жопы енота. По отзывам, когда там из самой жопы. Когда я смотрю отзывы... Ну, какой же деньги. Я понимаю, что это будут просто выброшенные деньги. Ну, основа-то нормальная. Это все будет вылазить, будет на одежде. Мех этот на капюшоне будет помятый весь, лысый. Уж лучше без меха, чем такой мех будет. Стой. Верни назад. Ты вот это? Да. Покажи. В моем стиле. Ну, конечно. В моем стиле. Может, я вместо ту эту хочу? Нет. А синюю? Короче, к распродаже мы готовы. Моё где? Готово.
Если ты слишком быстро листаешь, я не успеваю. Может, я что-то еще захочу. Что, это все, что ли? Это и все. На второй странице все мое. Все уже закончилось. Да. А, люстра. Ну, батарея. Все, покажи, батарейка не появилась. Какая? Где? Не появилась скидка. На экран. Экран на телефон 10 баксов. Сам телефон стоит ниже, покажи. Сам телефон стоит 20. Где? Что тебе показать? Еще экран. Что тебе показать еще? В общем, нету скидки. Все показала. Мое я не буду показывать. Там утонуть что... можно. Если я сейчас покажу, здесь 42 страницы. 42 страницы по 10 товаров. Вот здесь то, что я хотела заказать, уже 4 страницы. А было 10, что ли? И тут по разделам еще. По разделам? А, вот еще гирлянду мы не заказали. Под Новый год нам нужна гирлянда. Вот здесь я отложила еще, вот смотри, что. У тебя корзину еще надо чистить. Больше 100 товаров на Алиэкспрессе за раз нельзя купить. Еще трусики не добавила. Это плохо. Трусики нам нужны. И колготки ни одни себе не добавила. Он резинок я сколько добавила. В смысле не добавила? До этого я хотела вот этот пуховик. Вот этот белый, мне он безумно нравился. Я мужа уговаривала. Да ну фу, ужас, я такой видел. Угу. Ужас. Ужас именно. Не просто ужас, а ужас уже даже. Вот смотри, она застегнулась. И что? Фу. Ничего, прикольно. Можно есть, и никто не увидит. Лучше вон, женский пальто котенок. Ну, в общем, вон, внизу. Ну, покажи. Не важно. Ну покажи мне, мне важно. Я, может, себе пальто котенок куплю. А он такой пуховик. Во. На весну. Не на нашу. Ну, ну такую себе фигню купи и ходи с Евы. Кстати, прикольная хрень. Штаны с этим, да? Как раз можно это. А сапоги такие не хочешь, как на тете? Или это холодно будет? Тебе такое не нравится? Посмотри, как прикольно выглядит. Ага. Нет. Короткая. Нет. Алиэкспресс тебя шокирует все время это бездомно. Нет, да я видела это. Не хочу я это. Ну почему сразу не ответил? Ну как пошито хорошо. Хорошо. Вот это я еще хотела Еве добавить. Да, мы сейчас половину косметики поубираем. И половину бижутерии, которая одноразовая. И Еве еще закажем. Да, я знаю, ты сейчас почистишь все. Все. Ой, ты заработал 25 монеток. Я уже давно их заработала. В общем, что закажем, покажем чуть позже. Когда получим? В следующем году, я боюсь. Надеюсь, в этом. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Давайте наш разговор будет не односторонним, а все-таки будет диалог. И мне бы, наверное, хотелось читать, что вы хотите еще увидеть. Может, вы хотите увидеть, как я хлеб пеку или как печеньки. В общем, ставим лайк, подписываемся и общаемся. Пока-пока!